Мамка решила сама убраться, я там маленько поколола. Покажу. Я, короче, мам, здесь поколола, да, маленько, да, вот здесь поколола, но вот здесь уже не бьется почти. Маленько солнце нужно. Нам солнце маленько нужно. Ходила в магазин, что ли? Сходила, да? Охренеть. Ну, сегодня прохладно, да, замечаешь? Лёг, я бы не сказала, наоборот. Прохладно. Вот здесь еще, прикинь, лед у нас, еще лед. Но у нас начало таять, прикинь, начало уходить, да? Нам надо вот дорогу делать. Ага. Туда. И вот будет таять и течь. Ну, короче, у нас, ребята, весна, весна у нас. У нас весна, ребята. Так жду эту весну, потому что у меня в этом году в тепличке ягоды посаженные. Мамка так прям любила вот эти свои ягоды. Она прям ждет этой весны, чтобы заняться своими ягодками. Короче, в течение месяца, мне кажется, все растает, да? Твое дело постирала, смотри, чистой стала. Да, я ее постирала. Не похоже, что стирала. Чистой стала, да? Я не знаю. Чистой стала дело. Сойдет. Пойдет, да? Пойдет. Вот здесь надо побить. О, вот здесь надо побить. Надо бить. Сейчас буду бить.